Кстати, вот этот выступ похож на профиль. И все скамейки пустые. Нет желающих полюбоваться на море. Здравствуйте, друзья! Это Анапа. Сегодня 24 ноября 2019 года. Я после службы в храме Серафима Саровского приехал на набережную к маяку, чтобы посмотреть на море. Какое же оно сегодня? Улицы сегодня пустынны. И вот хочу обратить внимание на аллею памяти, которую открыли в этом году. Я как-то снимал, и вот что в результате получилось. Информационные стенды так вот оформлены красиво, с подсветкой. Можно почитать о том, как защищали Анапу и освобождали Анапу в годы Великой Отечественной войны. Интересно, конечно, смотрится вот эта уменьшенная копия анапского маяка. Она прямо стоит рядом с оригиналом. Людей на набережной очень мало. Сегодня утром достаточно прохладно. Минус один показывало. Ну, сейчас потеплее, конечно. И солнышко светит, это очень радует. Море спокойное. Там просто видно, что авто сейчас. Нет, тоже фонарь потом будет мигать. Вот, а в той стороне море переливается на солнце. Снимаю я на камеру Panasonic, которую мне любезно дал попользоваться мой приятель Айрат. Тишина и в сквере тренажеров. Ни одного человека. Нет, вот там кто-то занимается один. И все скамейки пустые. Нет желающих полюбоваться на море. Это кошки вышли покушать. Вот женщина ходит и из коробочки им рассыпает корм. Вода прозрачная. Thank you.
Кстати, вот этот выступ похож на профиль. Нос такой кавказский. И язык высунул еще. Язык морю показывает. Птицы стаи в разные стороны летят. Одни на юг, другие на север. И завершилась наша с вами прогулка. У меня закончился заряд в аккумуляторе в камере, поэтому я заканчиваю свою съемку на смартфон. Но тем не менее хочется сказать вам заключительные слова. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всего вам доброго. Приезжайте в Анапу. Пока.